Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Мехакер, с вами Агиман, и добро пожаловать. Это «Русские дороги» в GTA 5 онлайн. Всем здорово. Привет, друзья. Сегодня у нас 18 лаки-блоков, из них выпадают абсолютно рандомные автомобили. После этого на этих машинах наша задача проехать как можно дальше. Смотри, что получится, ну а мы начинаем, поехали. Погнали. Ну что, по итогам игры камень, ножницы, бумага, я занимаю первое место, Мехакер третье и Агиман второе место. Я выбираю. Спасибо за игру, всем пока. Всем? Да нет, ты, может быть, выиграешь. Значит, 18 лаки-блоков, число от 1 до 18. Это будет 16. О, 16, нормально. 18, 17, 16 и... Охренеть, блин! Ты можешь цепляться за следующие ступеньки. Насколько далеко проеду, интересно. А что у него за шины такие? Это, походу, наверное, в цеху каком-то, в доменной печи работать, шлак вывозит горячий. Блин, с цепями как бы. Да-да-да. Алиса, от 1 до 17. Число 4. Число 4. Бежим. Что Михе выпадет, интересно. Лакирок тот еще. Четверочку забирай и... Гранату кинул. Блядь. Снежок кинул. Реношка малюсенькая. Так, ладно. Число от 1 до 16. Число 10. О! 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Давай! Да ну нет, что чего, РК Поршек? Специально для маленького Миши маленькая машинка. Я сегодня большой дядя, просто биг босс нафиг знаешь, на районе. Что тут написано? Видеомейкер, вдоводел. Ого. Вы готовы? Первое состязание. Очень медленный погрузчик против двух быстрых машин. 3, 2, 1, поехали. Поехали. Я очень медленный, это грустно. Очень быстро, конечно, да. А я Реношка. А все. Ты Реношка, пока Реношка. Реприношка. Кстати, Миха хорошо пошел. Я вообще медленно, но уверенно пробиваюсь. Нет, уже не очень уверенно, у меня уже дырка, это плохо. Можно хотя бы дальше Михи проеду? Ё-моё. А где Миха вообще обитает? Я уверен, ты сейчас надо мной сейчас проедешь. О, привет, Миха! Все, блин, все! Все, он приехал! А если так? Подожди, я не верю. Недалеко отъехал. Нет, я доеду. Да блин, давай хотя бы 17 сделаем. А, я как раз 17 сделал. Давай, едь, пожалуйста. Ну едь же ты, да дурочка. Ты назад едешь. Есть, я проехал почти что. Ну, все, 17 не интересует. Теперь точно позволился. Все, пацаны, 17. Проехал я не особо, дальше 17 баллов у меня. Агиман, сколько баллов? 10. А у тебя, Миха? 16, да, у тебя? 15 баллов. Число от 1 до 15. Ответ 6. 6! Давай посмотрим, что давай. Там. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот он. Какой нафиг жук? Что-то похоже на мою машинку. Да ну нафиг, блин. Фига он. Еще, главное. Он шуршит, как будто мощный. Нормальный такой звуканчик у него. 14, давай. Понял, давай. Алиса, от 1 до 14. Звук не кислый. Число 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смотри, волшебный револьвер. Бэм. О-о-о. Чего это такое? Что это вообще, я не понимаю. Какого фига у него со спойлером произошло? Я сам не знаю, надеюсь, оно летит. Это спойлер долбучий такой. Блин, не летит. Число от 1 до 13. Хочу проверить, летает оно, нет? 7. Она не летает пока, Гиман. Да, не летает. Да нет! Нет, Миха, грузовики здесь тащат. Серьезно. Да? Да, грузовики проходят офигенно. Если выпадать грузовик, это точно будет больше баллов. Да, даже если это вот такой грузовик. Гиман, он прет! Миха тупо сегодня, мне кажется, победит. Этот грузовище хорошо пойдет. Вы готовы? Да. Ну, типа да. 3, 2, 1, поехали. Оп. Мне уже грустно. Можно я хотя бы до бульдозера своего доеду? На этот твой... Блин, если бы мой спойлер никуда не зацепился. Я дальше бульдозера, это уже... Нет, не дальше! Нет! 16 баллов у меня. Слушай, я неплохо действительно двигаюсь. На боковуху заезжать нельзя. Блин, ладно. Завершилась вторая стадия. Сколько баллов у тебя, Миха, в сумме? 69.
Офигеть, а у тебя, Гиман? Ёбарный бабай, 35. Знаете, сколько у меня баллов? Сколько? 33 балла. Ё-моё. Ну, я вам тоже еще грузовики могут выпустить. Миша подбадривает, молодец. 12 блоков остается. Число от 1 до 12. Это будет 3. 3. 3. 3. 3. О, может быть, может быть. Неплохо. Я вас догоню. Художничек, порт. Она хороша. Алиса, от 1 до 11. Выпало число 9. Число 9. Енот пока что на третьем месте. Последнего, ну... Ёп! Еман, тебе просто тачки какие-то футуристичные будут сегодня целый день падать, да? Да. Скрыт механик, блин. Число от 1 до 10. Ну да, она так как наваливает. 10. 10? Ой! Еман! Ты издеваешься, что ли? Что ты тупалакер сегодня? Да, вам, ребят, грузовики, если что, еще... Да, ему просто тачка, которая сейчас 70 сделает, выпала. Готовы? 3, 2, 1, поехали. Пропельчика сейчас... Он уже ускоряется, у него большие колеса. Ну, тут все шансы, короче, на 70 баллов у него. А Геман там вообще где-то сзади отстал. Бедолага, Гиман. Так, а тут еще грузовик должен... Что-то я уже 24 балла. Даже Гиман в прошлый раз на своей тачке с огромным спойлером сделал больше. 25 баллов. Он дальше грузина уехал. Да, давай еще. А я могу перелезать же через стену? Нет. Почему? Ну, потому что ты едешь внутри дороги. За стену сжать нельзя. Я даже не могу. Сколько в сумме баллов у тебя, Миха? 133. Еман, у тебя, Геман. У меня 53. О, у меня 57, я перегнал Агемана, нифига твоя себе. Радость. Классно, значит, остается 9 лаки-блоков. Число от 1 до 9. Она в моменте. Это 3. Это 3, опять 3, задолбала. Спасибо тебе за этот великодушный, восхитительный маленький автомобиль. 8 осталось. От 1 до 8. Выпало число 2. Сейчас. 2. Сейчас. Вот он, мой любимый револьвер. Подходим. Не повезло, да. Не повезло. Это... Что ай-яй. Это? А почему, когда я с револьвера стреляю, мне вот такие, блядь, машины? Так, ладно. Давай тоже еще грузан. Число от 1 до 7. Число 4. 4. Раз, два, три, четыре. Что там, груза? Высокая подвеска. Зацени, Агиман, он что, подкрутил в каком-то моменте? Что происходит? Вы готовы? Да. 3, 2, 1, поехали. Погнали. Ну, старт достаточно уверенный у меня, как и у Агимана, в принципе. Да. Меня уже колбасит. Главное, высокая скорость. Высокая скорость — это залог. Да. Больших баллов. Агиман улетел. Я, походу, сегодня... Нифига, жук, что творит? Ай-яй-яй. Все, я тоже встал. 34 балла, жучок, балла проехал. Че у вас по баллам? Агиман, сколько баллов? 71. Два раза. Миха. 157. 91. Миху нереально будет догнать. Смотри, 6 блоков остается. Да, подвисать. Число от 1 до 6. Это 5. 5 это хорошо. Давай. Ну, неплохо. Посмотрим, насколько он быстрый. Нет, если он быстрый... Если распил... Большие колеса и все. А если вот Михи распил упадет, то... То это все шансы. Ну, кстати, он резкий, это радует. Алиса, от 1 до 5. Число 1. О, да! Что там? Что-то. Нифига себе! Все, ждем распила для Михи. Миха? А что за распил? 50% машины заказывал? Да, я понял. Число от 1 до 4. Число 2. 2. Пау. Что ему выпало? А-а-а-а! Ты серьезно? Офигеть, просто! Распил, говорите? Вы готовы? Да. 3, 2, 1, поехали. Ну что, Миха реально так не очень уверенно поехал. Ну и чтобы мне перегнать Миху, мне нужно 1 000 000 баллов замутить сверху. Ну подвеска моя вроде отрабатывает приятно. Ну нет, резонанс. Блин, не нужна мне амплитуда, амплитуда. Меня Миха, блядь, сбоку догоняет, что с ума...
Дальше дядь. Вы куда вы хренели, что ли? Он дальше меня проехал. Я еще чуть за, я еще... Он дальше грызуна уехал. Я почти побил свой рекорд. Пацаны, сколько баллов у вас? 118. Миха. Так, погоди, надо посчитать. 221. У меня 134 балла. Сколько? 134, блядь, я даже тебя... Блин, Миха прям вообще упер. Так, число от 1 до 3. Последнее. Ответ 3. 3 нафиг, да, 3. Давай. Что там, опять мини-купер будет? Спасибо, еще лучше, чем мини-купер. Алиса, от 1 до 2. Число 2. Число 2 ему выпало, посмотри какое, а. Готок! Это му... Так, ну теперь мой, ну-ка. А что Мики упало? Не распил, однако. Ну, хотя бы не распил, на этом спасибо. Сегодня максимально неоднозначный выпуск. У Михакера вообще ракетный автомобиль. У этого каток и я. Пиу-пиу-пиу. Готовы, 3, 2, 1, поехали. У меня передний привод. Данил. Данил, ты специально? Нет, я приехал. Все, Данил, все. Да. Я поехал, пацаны, давайте. Слушай, он на ракетном движке полетел. Он уже полетел? Я прилетел, да. Хорошо пошел. Да, хорошо, иду. Очень едет, хорошо. Едет, едет. Непонятно, как сейвится, но едет. Яманова штырит. Сколько баллов у Яманова? А, еще нет. Что? Как ты едешь? Я сам не понимаю, что происходит. Давай, но... Гиман, давай еще. Кого ты едешь там? Куда ты собрался? Прекращай. За пару баллов. Да не, я стою, понимаешь, проблема. Все, фиксируй, уходи. Ладно, 30 плюс 36 баллов. Сколько в сумме, Гиман? Блять, стыдно говорить. Сколько? 154. Пошел ты нафиг, Гиман! Я тебя перегнал? И Михакер тоже. Я Михакер занял слышу. Первое место, а Гиман второе, я третье место. Мне 144 балла. Так и живем. 51. Ты нифига отрыв. Это шоу «Русские дороги». Квантум был с вами. Михакер и Гиман, спасибо за просмотр. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.